утро на Енисее. Нет, я бы сразу сказала да. Вот, я даже не знаю, почему можно сказать нет. Ну, глупые девушки просто. В нашем мире надо соглашаться всегда. Ну, причины же разные бывают. Может, она вынуждена по какой-то причине была пойти в этот ЗАГС, а в последний момент передумала. Надо соглашаться, думает, пусть думает. Смотрит на молодого человека. Может, когда не любишь? Просто разлюбили все. А как вы думаете, кто чаще говорит нет, девушки или молодые люди? Женщины. Почему? Не знаю. Просто мнение у них быстро меняется. Невеста не пришла. Какие у девушки могут быть причины? Настроение плохое. А чтобы не портить себе жизнь. А до этого как-то же дошли? Ну, дошли. Я так думаю, что ребята не подумали, пойдя в ЗАГС. Ну, жили и жили себе гражданским браком. Ну и пусть дальше живут, потому что когда уже идут в ЗАГС, уже обязанности. Ну вот сами недавно расписались, и я... О, поздравляю! Да, и я вот не понимаю, что значит нет. Если вы пришли в ЗАГС, то вы подтверждаете серьезность намерений. Ну это как-то детская какая-то выходка сказать нет.